В Сургуте перестроен алгоритм по снегоуборочным работам на дорогах общего пользования. И уже видны изменения в лучшую сторону. Об этом рассказал заместитель главы Сургута Григорий Невоструев во время прямого эфира с губернатором «Зима в Югре». Наталья Комарова в онлайн-режиме переадресовывала самые актуальные вопросы жителей ответственным лицам. Сургутян, как, впрочем, и жителей многих других муниципалитетов округа, волнует качество уборки дорог и тротуаров. Власти нашего города заверили, что ситуация взята под контроль, регламент по очистке ужесточен. С аномальным количеством осадков в настоящее время коммунальщики справляются. Более того, уже в этом году всю снегоуборочную технику на улицах города, а также ее движение, можно будет наблюдать в онлайн-режиме и проверяющим структурам, и горожанам. Патрульная уборка в течение суток производится. И хотел донести информацию, что регламентно у нас не более 7 дней идет полная уборка снежных, скажем так, сметов. И мы также договорились о том, что в этом году, чтобы еще более четко отслеживать работу наших подрядных организаций коммунальной техники, мы внедрим в интеллектуальной транспортной системе блок, который позволит отслеживать в реальном времени всем жителям смотреть, где находится та или иная машина, та или иная КДМК, и как она двигается, где находится и как она организована уборка. В сургутскую студию также пригласили представители подрядных организаций, отвечающих за уборку городских тротуаров. С ними, по словам чиновников, тоже есть договоренность, чтобы пешеходные зоны не оставались ни у дел. Мы договорились о том, что мы будем отслеживать норматив уборки территории тротуаров до норматива, это не более 5 сантиметров слой, и в течение 7 дней обязательно, либо по выпадению снега, уборка всех тротуаров, которые у нас есть в городе.